Хей, окей, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру под названием The Cinema. Да, здесь, короче, бегать нельзя, тут прыгать только можно, и все. Ну, антураж довольно такой себе, песенки. You dead, ты умрешь. Kill on the you. Классная песня. Don't move. Я не знаю, по идее, стопудов уже авторские права есть на эту песню, так ведь? Я думаю, вы понимаете, то, что по картинкам это хоррор. Ну, по музыке ты не скажешь, да? Don't move. Не останавливайся, имеет в виду. Я не знаю, насколько игра длинная, но здесь только... О, я вижу проход. Скримак. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная как тревога. Как же уши бьет. Срочно покиньте помещение. Надо потише сделать. Внимание, у вас, я не знаю, тревога. Будет, наверное, срочно тоже жестко, громко. Помещение. Это, знаете, просто эффект наложения. Внимание, пожарная вспышки. Тревога. Срочно покиньте помещение. Я готовлюсь к чему-то жесткому. Внимание, пожарная тревога. 2 часа ночи. Срочно покиньте помещение. Орать нельзя. Орать нельзя. Бегать внимание, не может. Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Только прыгать. Вью. Внимание, пожарная тревога. Вью, срочно пожар. Покиньте помещение. Все. Внимание, пожарная тревога. Скрим. А, теперь сирена. Окей. Знаете, это... Блять, мне кажется, сейчас... Ебало, как что-то вылетит. Так, ваааа! Вот скажите, разве вы, так, вы этого не ожидаете? Типа, игра сделана Cringe Engine, значит, да? Или как там эта херня называется? И чтобы не было никаких скримаков именно... Лови в ебало? Я не верю. Что-то ж по-любому будет. Помните игру Error 52, да? Вот там же был ли скримаки, да? Сколько их? Две штуки были. Или даже три. Три, кажется, если не ошибаюсь. А здесь, мне кажется, будет что-то. Блять, ну здесь просто коридор. Звуковые несколько файликов и все. Ну и картинки, типа, из мемасов, которые типа. You dead. На самом деле, я думал, будет какой-то более пугающий, что ли. Надеюсь, вам понравилось. Если тебе не понравилось, ставь низкую оценку. Может быть, The Cinema и лучше. Но это мод. Если у тебя бомбит от этого сообщения, то ставь оценку и иди лесом. Да, я знаю, что это грубо. И все же, не выплескивайте свой батхёрт в комментарии под игрой. Так, мод by Mr. Принкл, нажмите Escape, чтобы выйти. Я не знаю, скорее всего, если нажму Escape, игра полностью вылетит, поэтому... Как вам сказать? 4 минуты? Чего? Серьезно? 4 минуты? Окей, я знал, что она короткая, но не настолько короткая. Ладно, я ее, в принципе, кину в... плейлист коротких игр, поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Да, блять, можете ничего не ставить, в принципе. И всем пока.